Здравствуйте, товарищи блогеры. Я что хочу сказать. Каждую секунду надо ценить. Вот все вообще. Я вот не ценил и сколько упустил. Зато теперь не упускаю. Всех отбью! Я прозрел! У меня важное сообщение! Спит. Приглашаю вас всех на Грушинский фестиваль. Мечта у меня была там песню свою спеть. Прямо сейчас. Всей семьей. Отправляемся в путешествие, как раньше. Папа, мы куда едем? Ты нас уже несколько дней какими-то окольными путями везешь к этому Грушинскому фестивалю. Здесь 4 дуги должно быть! Пойду дугу поищу! Груши! Вов, вставай. Палатку. Белые розы! Это жизнь, крупицы счастья. Что ты делаешь? Драма. Что с ними сделал? Мы что, в Москву, что ли, едем? Сейчас у тебя прослушивание будет. Лед витрин голубых. Так, у вас 3 минуты. Мама ушла бомжевать шалаш. Папа из сейфа достал калаш. Он говорит, что Крым не наш. Я говорю, что наш. Мне кажется, что медицинский идеальный вариант. Я тебе сейчас кадык, сука, вырву! Тополиный пух, жара, июль. Здорово, батя. Ночи такие звездные. Пойми, что первый поцелуй. Завтра выступление, мы не успеем. Не баламуй. Тополиный пух. Буду праздновать жизнь. Ветер у нас. Глазай, буду замуж выйду. Собираешься петь свою песню про оладушки? Кому? С тобой поедем. Что ж, только снега, снега, снега. Давайте все возле подъезда моего. Подожди, Настя, что ты показываешь? Викторе, победа. А кого ты победила? Саратов ты победила? И может, ты на свой этот Хэллоуин еще ходишь?